Лап-лап-лап. Она не воскресла! Ох, рыжая, ты была еще такой молодой, такой дохлой. И почему смерть не пощадила тебя снова? Я не успел попросить прощения у тебя за то, что... Может, хватит? Ну, умерла и умерла, чё бубнить-то? Ты бессердечный пень, шлёпа! Нет, нам надо её воскресить! Миша, стой! Ты же знаешь, что мертво умереть не может! Это я виноват! Это всё из-за меня! Ну да, это всё из-за тебя. Я не смог её уберечь! Ну, по фактам. Лучше бы я умер, а не она! Точно! Мы можем поискать её там! Где там, Хренобус? Ну там! Я понял, я все устрою. Так вот, в каком там? Ты собрался ее искать? Да все мы там будем, Миша! Да какого? Что? Я говорю, иди на... Ну вот, опять не расслышал. Я не хочу умирать! Дамы и господа! Поезд проследует без остановок. Да все в порядке! Это ради лисы! О боже! Что за... Ты чё, голубок? Да ладно, запишем как смерть по неосторожности. И как эта лиса делала? У нас даже сдохнуть не получилось. Какой позор! Да провалиться мне на этом месте! Стой, Мишань, ты куда? Мы что, умерли? Кажется, мы под городом. На социальном дне. Значит, лиса точно где-то тут. Надо выбираться отсюда. Идем. Лоу, почему они здесь? Получается, шлепнулись. Смотри, Миша, это твой дом. Что за... Эй! Блин, я же чистил! Так вот, куда вкладки отправляются! Иди сюда, чумелые ручки! Смотри, мы под моей квартирой! Да, и видно не только у меня скелеты в шкафу! Да, видимо, футбол сейчас тоже на дне. Он проходит по флангу, отдает пас нападающему и... Эй, Корк, по-моему, со дна постучали. Ты чё, голубок? Забей. Упс. Лиса точно должна быть тут. Это ее любимое место. Умереть не встать. Ее тут нет. До меня дошло, Хреновус! Надо идти к дому лисы! Оу! А это что такое? Лес, лис. И кого брать? Так, не она! Не похоже! Ну и что ты тут устроил? Лисоповал! А это еще 2020-м умерла. Да блин, Миша! Расслабься, вырубка лис тут не запрещена. Очередная подделка. Таких лис я еще не видел. Глаза разуй, это не лисы. Давай их тоже по приколу заберем.
Это все из-за твоих сратых каламбуров! Заткнись и прыгай в лодку! В какую, блин, лодку? Ну, вот в эту! Так, мы в море Лис, дальше-то что? Я вспомнил, у шлёпа в доме лифт сломался, поворачивай! Лево руля! Погоди, мы лису забыли! Давай, тащи, тащи ее! Блин, может потом сама выберется? Если понравился мультик, поддержи нас, купив игрушку, и поставь лайк под этим видео. Теперь нас стало еще больше!